Всем приветики. Сегодня у меня не включился компьютер. Вернее, включился, но был темный экран. Я сначала испугался, даже подумал, опять с материнкой какие-то проблемы. Много раз ее перезагружал, но, как оказалось, зря я так мучил компьютер, перезагружая его постоянно. Все дело оказалось в видеокарте. Получается, я постоянно перезагружал. Вот, а у меня тут есть такое окошко от Латки. И там циферка горит, которая что-то обозначает. И вот там горит А0. А я вспомнил, что А0 всегда горело у меня, когда компьютер работает. То есть он включается, работает, и там горит А0. И тут я включаю компьютер, он вроде бы включается, но темный экран, но при этом горит А0, типа он работает. Я так подумал, скорее всего, дело... Ну, раз компьютер работает, но ничего не видно, а в видеокарте. Ну и попробовал отключить видеокарту, хотя я очень сомневался, что получится, потому что я в BIOS'е встроенную видеокарту отключал, потому что у меня есть встроенная в процессор и обычная, и просто видеокарта. И, соответственно, я встроенно отключал, чтобы, как мне говорили, если они две включены, они могут конфликтовать. И поэтому я встроенно отключал. И вот когда я хотел попробовать на встроенной, я думал, блин, наверное, не заработает, потому что она же у меня в BIOS'е отключена, а включить я не смогу, потому что на мониторе ничего не видно. Но как же хорошо, что она сама включается, потому что когда я это отключил и достал из компьютера, а монитор подключил к материнской плате, к встроенной видеокарте, все заработало. Получается, что когда вытягиваешь видеокарту, встроенная, хоть она даже и выключена, включается. Вот. Или у меня там настройка стоит, что типа не работать, если стоит видеокарта, а работать, если не стоит, я не помню. Но я помню, что я ее отключал. И в итоге все заработало. Дело было в видеокарте. Вот так что хорошо, что все заработало, но теперь, конечно же, встроенная не сравнится с этой NVIDIA GeForce GTX 770. Она такая здоровая, мощная. Ну и встроенная. Но встроенная, конечно же, встроенная не равняет, а это помощнее будет, покруче. Но, скорее всего, два варианта. Либо сама видюха накрылась, и нужна новая. Либо на материнской плате слот под видюху накрылся, и тогда уже, материнка нужна новая, потому что другого слота у меня нету. Вот. Так что такие дела. А сейчас, получается, все видеопроцессы, которые ложились на видюху, ложатся на процессор. И теперь процессор, помимо того, что обрабатывает то, что он и обрабатывал, так еще и дополнительные видео обрабатывает. То есть на него большая нагрузка. Я вот даже заходил в игру поиграть. Там все очень сильно лагает. Потому что, у меня и так бывало подлагивало. А теперь вообще лагает. Поэтому, видимо, надо собирать новый комп. Потому что этот уже очень давно работает, года с 2015, а уже 23, то есть уже 8 лет работает. Для техники 8 лет это круто, конечно. Бывает, техника там за пару лет ломается, а тут 8 лет. Так что круто, что он столько проработал. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он вообще вечно работал, но, к сожалению, такого не бывает. Ну, а вот, кстати, еще хорошо, что я когда-то заранее установил видеодрайвера для встроенного видео. И в итоге вот программа. Я раньше никогда не ставил, потом решил, что поставлю. И вот, пригодилось. Правда, здесь все очень простенько, настроек практически нет, но, тем не менее, после включения компа все было на вид, как будто бы не изменилось. Во-первых, получается, разрешение осталось таким. Короче, все осталось таким же, просто что теперь другой видеодрайвер. И здесь настройки максимально простенькие. Вот оно, разрешение, герцы, зачем-то поворот, цветность, 3D. Здесь практически ничего нет. Видео. Он даже сейчас при открытии подлагивает. Вот. Ну и здесь горячие клавиши. В принципе, все. Это все настройки. Короче, настроек здесь практически и нету. Но хорошо, что хотя бы оно вообще работает.
Так что в ближайшее время играть я в игры не буду. И, соответственно, транслировать тоже не буду. Я сегодня попробовал потранслировать, очень все лагает. Так что в игры я смогу, наверное, только зайти в менюшку по ивенту, собрать награды за вход. Потому что бывают в играх такие вот награды просто за то, что ты вошел. Это, наверное, единственное, что я могу сделать. Ну и дальше копить на новый комп. В целом, как мне сказали, новая материнка, новый прос, охлаждение, видюха и оперативка будут стоить $3000. Ну а корпус у меня есть, монитор, клавиатура, мышка, все есть. Блок питания, может быть, даже все это и потянет. В принципе, вот основная как бы часть, как бы сердце компьютера, ну, материнка в связке со всем, ну, что на ней стоит, из, ну, необходимого там, кроме винчестеров, это же, конечно, все есть, вот, то $3000. Ну, как бы не дешево, но и не сильно дорого, но и не дешево. Ну, на самом деле дорого. Дорого, конечно, $3000, это дорого. Вот. При том, что это ну так, ну, не самое плохое и не самое хорошее. Короче, надо изыскивать резервы, потому что видюшечка моя. Да в целом, у меня уже давно комп подлагивает, и, видимо, потихонечку приходит момент, когда нужно пересаживаться на новый. Потому что у меня уже давно уже то подлагивает, то подвисает, то еще что-то. Я уже забыл, когда он нормально работал. Тем более, он даже когда включается, в последнее время просто черный экран. Ну, то есть вот включился комп, помелькала эта заставка, что Windows грузится. Потом появляется курсор мышки, и черный экран горит, я не знаю, секунд 20-30. Потом только начинает что-то прогружаться. Бывает, минуту горит. Короче, он уже жестко начинает тупить. Видимо, приходит момент, когда нужно готовиться к смене ПК. Вот. Так что такие вот делишки на данный момент у меня с компом. А комп — это как бы для меня такой важный момент жизни. В жизни я с ним... Я его, короче, люблю. Вот. Такие дела. Ну, а на этом все. Всем пока. Покедова.